Жыць мастацтвам. Сёння 18 адораных юнакоў і дзяўчат з розных куткоў рэгіёну узнагародзілі прэміямі гомельскага аблвыканкама па падтрымцы таленавітай творчай моладзі. Урачыстая цырымонія прайшла ў белай гасцінай палацава-паркавага ансамбля. Нашы карэспандэнты пазнаёміліся з лаўрэатамі прэміі. Дар'я Тимошченко, 12. За такой нечаканой и приемной узнагородой премией аблвыканкама приехала с Ельска. Там дзяўчынка 4-й год вучится играть на цимбалах у школе мастацтваў. Недавно заняла 3-е место на международном конкурсе молодых выканаўцаў на народных инструментах «Золотая лира Полесья 2018». Дякуючи гэтаму у ліку уладальнікаў премии аблвыканкама. Зараз раіць таким же, як сама, захопленным музыкой поспехаў на творчым шляху. Успехов побольше конкурсов, это очень хорошо, но также волнительно, когда ты приезжаешь на них. Еще один лауреат премии Владимир Выдров с любимым аккордеоном не расстается уже 5 годов. Кажа, что у его семьи были люди, которые захоплялись музыкой, але не профессийно. Владимир жамарыць об великой карьере музыканта и все робить, каб жаданне справдилось. Например, юнак с великим задовольнением миграя свои любимые творы перед публикой и нават амаль не хвалюется. Сказал, что я опытный, но у меня сильного волнения нету, как бы я вот чувствую, что это мое играть вот людям, дарить вот эту вот музыку, дарить им счастье. Падчас церемонии старшиня областного совета депутатов Катерина Зинкевич выказала удячность батькам и педагогам, которые гадуют и учат сегодняшних лауреатов. Яна нагадала, что с початку менавіта родные разглядели у своих сынах и дочках искру таленту, подтримали, допомогли. А потом наставники смогли зародить любовью до музыки и творчести. Педагоги у отказ кажут, что это великое счастье, коли досягнение тандема выкладчик-вучань означают на таким высоким узроўні. На самом деле очень приятно то, что и в маленьком городе есть люди, которые не отстают от тенденций каких-то современных, могут развиваться не только в традиционных каких-то направлениях, но и современных, и давая действительно высокий уровень. Премии гомельского аблвыканкама по падтрымцы таленавітай творчай моладзі уручаются с 1997 года. Штогод их атрымліваюць 18 молодых людей. Сума премии складае от 5 до 15 базовых величень. Марина Джалай, Наталья Ігнатенко, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».